29 сентября в торжественной обстановке руководством филиала Дагестанского государственного университета и экономико-правового колледжа при университете в городе Хасавюрт была организована церемония посвящения первокурсников в ряды студентов. Открывая торжественную часть мероприятия, директор филиала Дагестанского государственного университета Рамазан Касумов поздравил всех бывших абитуриентов и нынешних студентов с вступлением в студенческую жизнь и пожелал дальнейших успехов в учебе. Самое интересное, я бы сказал бы, время в жизни человека – это именно вот это время, студенческая жизнь. Это запоминающее время в жизни каждого человека. Здесь на самом деле зарождается дружба, знакомство. Здесь вы ставите фундамент дальнейшей вашей жизни, служебной деятельности, как вы себя покажете, как вы будете заниматься, учиться, так и сложится ваша дальнейшая судьба. Разделить радостное событие и получить еще один документ собрались более сотни студентов-первокурсников. Поздравив всех первокурсников вступлением в новую стадию жизни, Касумов вручил студенческий билет старостам первых курсов. Уважаемые студенты, с этой минуты вы уже являетесь полноправными студентами Дагестанского государственного университета. За 2017-18 учебный год образовательное учреждение приняло около 500 учащихся, из которых более 250 студентов поступило в филиал Дагестанского государственного университета, а 180 в экономико-правовой колледж. Далее, выступая перед собравшимися, поздравительные слова директора поддержал заместитель Мирза Мусаев и проинформировал учащихся о занятости студентов данного учебного заведения. В этом году мы отмечаем 20 лет нашему филиалу. Нашему учебному заведению созданы все условия, не только для учебы, чтобы вы могли заниматься художественной самодеятельностью, чтобы вы могли заниматься общественной деятельностью, чтобы вы могли во всех мероприятиях, проводимых не только городе, и республике участвовать. На протяжении длительного времени стало доброй традицией в торжественной атмосфере чествовать новых учащихся. Среди первокурсников были организованы различные развлекательные конкурсы. Сборная команда КВН филиала Дагестанского государственного университета выступила с миниатюрами, а хореографический коллектив из числа студенток исполнили танцевальный номер. Для виновников торжества и приглашенных гостей творческими коллективами города были исполнены вокальные номера, продемонстрированы национальные танцы народов Дагестана. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».